Корейский язык, урок 88. Поехали. Сегодня мы пройдем тему возраст. В корейском языке, когда мы говорим о возрасте, мы можем использовать корейские числительные и китайские числительные. Ну, давайте начнем. Не буду я вас мучить. Сразу раскрою все карты. А здесь нам нужно будет запомнить только пару исключений и как использовать, когда использовать корейские, а когда использовать китайские числительные. Смотрим. Давайте прежде, как мы начнем рассматривать исключения, просто спросим себя, как спросить, сколько тебе лет, и как ответить на этот вопрос. Сколько тебе лет? Как сказать, сколько тебе лет? Мёцарию. Мы отвечаем, например, нам 5 лет. Чонын тасыцарию. Мне 5 лет. Или чонын ёль тасыцарию. Мне 15 лет. Все. Это самое основное. Мы знаем, как задать вопрос и знаем, как ответить на него. Но когда мы используем корейские числительные, когда мы говорим о возрасте, у нас также есть исключения. Давайте разберем их. Помните грамматику, когда мы проходили штуки? Одна штука, две штуки, один лист, два листа, три чашки, пять бутылок. Помните? Там, где было исключение, вместо хана мы говорили хан, ханге, ханбён, ханджан. Вместо туль мы говорили ту, туге, тубён, туджан. И так далее до 4 и 20. Смуге, смуджан. Вспомнили? Когда мы говорим о возрасте, мы также используем это исключение. Хансаль, тусаль, сесаль, несаль, сэмусаль. Вот и все исключения с корейскими числительными. Давайте теперь посмотрим на примеры, когда мы используем китайские числительные. Здесь у нас нету исключения в китайских числительных. Мы говорим все как есть. Или самса уючили палькуши. Например, мне 25 лет. Чонын ишибо се. Мне 15 лет. Чибо се. Мне 32 года. Чонын самшиби се. Мне 50 лет. Чонын ошибся. Это основное то, что вам нужно знать. Если вы будете знать вот это исключение, у вас будет все в порядке. А как различить, как понять, когда использовать корейские, как когда использовать китайские числительные? Да очень легко и просто. Когда мы говорим саль, лет. Мы говорим на корейском. Если мы говорим «сэ» – год, тогда мы используем китайские числительные. Вот как бы получается так. Хорошо? Все. Смотрим в книгу. Ну вот и все. Здесь, я думаю, вы разберетесь сами. Если будут вопросы, пишите, отвечу, объясню. Окей? Все. Увидимся на следующем уроке. Пока.